Друзья, день добрый. Такое интересное видео у вас. Стиральной сушильной машинки LG и парового шкафа. Смотрите, здесь цены сразу указаны такие. Это за комплект 2400 баксов канадских. Это где-то, наверное, 1800 американских. Ну и здесь почти то же самое, 1900. Давайте, наверное, не знаю, тут прикольно сделано то, что, смотрите, все управление здесь сделано посередине. Вот, не могу включить, оно не включено, но оно все высвечивается здесь. Судя по названию модели, я предполагаю, что это у нас машинка с загрузкой где-то около 12 килограмм. Барабан здесь реально большой, что вот мой ребенок вот сюда, в принципе, может поместиться. Я, конечно, вряд ли. Вот, ну, старше нет, а вот младший да. Она такая, знаете, она сделана достаточно симпатично и красиво. То есть она, правда, вон, видите, вы видите мое отражение. Она отсвечивает. Сюда он все засыпается. Прикольно сделали сушку, смотрите. Сушка чуть-чуть, хотя, не знаю, наверное, где-то такого же объема. Плюс у нас сушка, видите, еще вон есть система подачи пара. То есть она у нас все паровая. Вот. Не маленькая, я вам могу сказать. Вот, модель, если кому-то будет интересно, а нет, это все одноцельная модель, то, что я вам показал. Но интересно во всей этой ситуации, знаете, вот этот вот комплект с еще паровой глажкой от LG, или как она здесь правильно называется, давайте я посмотрю название. Steam Care, то есть обработка паром. И здесь можно повесить свою одежду, можете даже, вот смотрите, для брюк, вот такая вот. Вот сюда брюки вешаются, вот. Давайте я подальше покажу. Вот, вот так я. Вот вешаются, да. Вот такой высоты. Потом она вон закрывается. И все, они вот так вот висят и обрабатываются паром. То есть фактически она выглаживается, как я понимаю. Потому что она потом высушивается. То есть это для ленивых, тех, кто не хочет гладить. Что-то в этом есть. У нас вот здесь есть water tank, dryer tank. Я не знаю, они открываются или нет. Клиенты не имеют, как они открываются. Айфон мы неправильно вставили. Потому что как-то она неправильно стоит, если честно. Как их вставили? Не, мне кажется, их еще могли закрыть. Ладно. А, нет, их неправильно вставили, потому что эта штука замялась. Ну, дают. Ладно, это отдельная история. Ага. Вот первый, а второй... Сейчас. А второй неправильно захлопнули. Сейчас, пап, ты первый. Вот так вот. Да. А второй, видно, сейчас нужно... А второй, да, вон он замялся, его неправильно захлопнули. Вовка, не сломай, крышку я тебя прошу. Снять. Тут крышка снимается. Не, не нужно, не нужно, я тебя прошу, поставь на место, все. Ну, да, вот. Все, закрой так, как есть. Все. А то еще скажут, что мы сломали. Ну, вот такая вот интересная сушка тоже. Знаете, стиральные и сушильные машинки LG, вон у нас красиво светится. Я вам не могу показать. Любочка, ты можешь отойти, пожалуйста? Как она включается, но, по крайней мере, сенсорное управление она здесь в верхней части и в нижней части. Она не включена, поэтому больше, чем вы знаете, внешний вид, фактически, который есть, я вам показать при всем желании не смогу. Но сама комбинация, вы знаете, у кого как бы достаточно денег, она прикольная и интересная. Из минусов, я, наверное, из плюсов могу сказать, что все-таки остаются, видите, вот отпечатки пальцев, которые здесь есть. И от этого никуда не денешься. Хотя, если пользоваться этим аккуратно, то... Все, друзья, спасибо. Вот так вот в 4 минутах краткий такой вот обзор по стирально-сушильной машинке плюс шкафа для глажки. Все, всем пока, счастливо.